Алло, привет из научного института Муди. Вы любите загадочные истории? Мы имеем такую. По традиции всех таких историй в ней фигурирует старый дом с призраками прошлого. Научная лаборатория не место для призраков, не так ли? Но наша история истинна. Прежде чем мы ее окончим, вы согласитесь, что истина призрачнее фикции. Тайна, время. Старый дом, пространство. В нашей истории призраки движутся со скоростью света, прямо из прошлого, вашего. Да, время – загадочная вещь. Вы знаете, что такое время? Чем усерднее поиски определения его, тем неуловимее оно. Мы будем исследовать тайну времени в лаборатории. Прежде чем искать призраков, посмотрим некоторые факты, но мы найдем их, ибо они весьма реальны. Алло, Пит, как обстоит дело? Хорошо, доктор, мы почти готовы к скоростной съемке. Прекрасно. Пит Маргасян один из квалифицированных техников здесь, в научном институте. У него очень богатый фотографический опыт. Он проявил более чем простой интерес к предмету времени. Пит, ты мог бы рассказать нам немного про свое оборудование? С радостью. Самая важная часть оборудования вот здесь. Это сверхскоростной фотоаппарат. Мне хочется назвать его микроскопом времени. Он делает со временем то, что микроскоп делает в физической сфере. Он увеличивает период времени вместо частицы материи. С какой скоростью будет работать аппарат сейчас? Около 3000 кадров в секунду. Ну, посмотрим. Это растянет секунду почти до более 2 минут. Да. 2 минуты 5 секунд точно. И это даст нам возможность наблюдать за некоторыми свойствами жидкостей. Мы взяли молоко для эксперимента, потому что его легко фотографировать. Я отрегулирую течение молока так, что увидим тонкую струйку. Вот так. Пустите аппарат, доктор. Сейчас? Да. Струйка молока и всплеск выглядят совсем иначе теперь, не так ли? Но они не стали другими. Жидкость льется на обычный манер. Мы же только изменили отсчет времени. Вы когда-нибудь бросали стальной шар в молоко? У вас, вероятно, не было никакой нужды в этом, но это хорошо для изучения высокой скорости. Смотрите. Скоростной аппарат контролирует падение, и стальной шар, кажется, плывет медленно вниз с тем, чтобы исчезнуть под поверхностью жидкости. Потом, когда вы почти забыли о нем, шар медленно подскакивает вверх. Не смущайтесь. Это еще не призрак, о котором мы говорили. Это только молоко, которое поднимается за шаром вверх. Никогда не подвергать сомнению кажущееся нормальным – это верный путь к заключению себя в рамки времени. Для изучения времени нужно решиться пойти за пределы обычного, и тогда нам откроется совсем новая сфера. Пит, ты поможешь мне с опытом? Конечно. Возьми яйцо и ставь вон там. Хорошо. А теперь сбалансируй яйцо на голове, пожалуйста. Эй, минуточку. Если у вас на уме то, что я думаю, нет, спасибо. Но я буду рад положить его для вас вот здесь. Да, это будет безопасней.
Знаешь, если бы Вильям Телл занимался курами, а не яблоками, его история выглядела бы вот так. Конечно, полет стрелы занимает всего малую долю секунды, но скоростной аппарат замедляет его так, что можно изучать весь ход действия. Недавно в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе скоростной аппарат показал ту долю секунды, в которую происходит лобовой удар. Вот что происходит, когда мы разбиваемся на скорости 45 км в час. Немногие из нас придерживаются этой скорости. Нас смущает сознание того, что быстротечный момент так называемого времени может поставить нас перед всей вечностью. Скоростной аппарат открывает нам часть истории времени. Но, как ни странно, часовой компрессор покажет нам больше. Аппарат промежутка времени или компрессор времени действует противоположно скоростному аппарату. Вместо замедления действия он ускоряет. Мир вокруг нас полон действий и движений, происходящих медленно. Есть изменчивые симфонии движений, которые мы не видим, потому что мы замкнуты в наших узких рамках времени. Компрессор времени поможет нам вырваться из этих рамок. Это хороший пример движения, который мы не видим. Поставим часы на 11 часов. Прекрасно, часы идут, стрелки движутся все время. Но вы не видите этого движения. Наблюдая долго, вы узнаете, что они сдвинулись, но вам не видно движения. То есть, до тех пор, пока не будет применен компрессор. Вы подумали, что стрелки ускорили и замедлили ход. Но они не изменили хода. Часы продолжали идти своим стандартным ходом. Вы наблюдали их весь день. Теперь мы изменим точку отсчета времени, изменив интервал. При каждой вспышке света камера делает один снимок. Если вас не убеждают часы, может, это поможет. Это не магическая роза. Это цветок из сада. Этот раз следите за часами и за розой. Мы снимаем теперь с 10-минутным интервалом. Конечно, мы проектируем его со стандартной скоростью звука. Это значит, что мы вмещаем 72 часа 18 секунд. Да, это настоящая роза. А это настоящая борода. Видите, я не брился с тех пор, как вы начали следить за распусканием розы. 3 дня и 3 ночи. Есть о чем подумать, не так ли? Вот это 1 метр 16-миллиметровой кинопленки. Он разбит на 120 отдельных кадров. Эта пленка могла бы пройти через скоростной аппарат за... О, я побрился, пока вы смотрели снимки вблизи. Мы применили медленную камеру для этих снимков, так что времени было много. Этот метр пленки мог бы пройти через быструю камеру за тысячную долю секунды. Такая же длина фильма в медленной камере займет дни, месяцы или даже годы для выдержек, согласно интервалам между выдержками. Я думаю, что такой отрезок фильма можно назвать памятью с различными отсчетами времени. Вы хотели бы взять 2-дневный отпуск? Хорошо, садитесь, отдыхайте и наслаждайтесь.
Thank you.
Много лет назад в Германии человек дал миру новые понятия. Оно потрясло научный мир до основания, изменило курс нашей истории и подарило нам атомный век. Человек – Альберт Эйнштейн. Понятие – относительность. Это странное фантастическое соотношение между временем, расстоянием и массой. Итак, важная часть этого понятия может быть выражена простым уравнением. Е равняется М на С в квадрате. Энергия равняется массе на скорость света в квадрате. Эквивалентность массы и энергии – основная формула, открывшая тайну атома. Но равно этому, если не более важно, соотношение между временем и пространством. Мы не можем говорить о равенстве времени и пространства. Они не вполне равны. Но мы можем сказать, что они относительны, потому что они связаны все вместе. Пустая теория, скажете. Возможно, что и так. Но каждый день новые конкретные данные подтверждают ее. Когда доктор Лоренц и его сотрудники в Университете Калифорнии изобрели 184-дюймовый циклотрон, они не смеялись над этой теорией. Они приняли ее как истину и хорошо сделали. В циклотроне мельчайшие частицы ускоряют движение в магнитном и электрическом полях, пока не приблизятся к скорости света. Этот вращающийся конденсатор сбоку циклотрона компенсирует рост массы частичек, который происходит точно так, как Эйнштейн предсказал о нем. Предположим, в какой-то день фантастического будущего вы решите полететь на планету-сателлит звезды Сириус. И пока мы предполагаем, скажем, что ваш атомный ракетный корабль способен лететь со скоростью 99 999 990 100 миллионов процентов скорости света. Это будет равняться, конечно, 300 тысячам километров в секунду. Учитывая, что Сириус отдален на 9 световых лет от Земли, нужно немного более 18 лет на круговой полет. Конечно, вы подумали бы о запасе еды, но вам было бы нужно так немного. При такой скорости не только замедлился бы ход ваших часов на коэффициент в 70 тысяч, но и сердце, дыхание, пищеварение, аппетит. Все это замедлилось бы соответственно. Вы покинули Землю утром после завтрака. А прибыв на Сириус, вы захотели бы перекусить. А вернувшись на Землю, вы были бы готовы сытно поужинать. Но тут-то настиг бы вас сюрприз. Вы бы нашли, что хотя вы и стали одним днем старше физически, ваши дети окончили школу, и все друзья стали на 18 лет старше, чем были, когда вы покинули их. Всего 12 часов тому назад. Такое представление кажется почти непостижимым для человеческого ума. Оно далеко от нормального опыта. Может, это поможет? Прежде всего, послушать мое сердце. Теперь я пущу часы, чтобы вы привыкли к ритму биения. Линейка выглядит нормально. Если бы привести в движение эту комнату и все, что в ней, до скорости света в 300 тысяч километров в секунду, то время остановится. Мое сердце перестало биться, но я не умер бы. Часы перестали бы идти. Все вместилось бы в линию неизмеримой тонкости. Но мы не можем пустить в ход комнату со скоростью света. Только при помощи очень специальной фотографии мы можем показать, что бы произошло, если ускорить ход до 90% скорости света, то есть 270 тысяч километров в секунду. Готовы? Хорошо. Вот это наш указатель скорости. И будем двигаться в ту сторону. Что происходит? Голос меняется. К
Глянь на часы. Слушай сердце. Линейка. Возвратимся к норме теперь. Этот раз мы будем ускоряться вертикально, а не горизонтально. Длина линейки 18 дюймов приблизительно, когда она вертикальна. Но она становится метром, когда держим горизонтально. Когда комната была в движении, мне все казалось нормальным. Голос звучал как прежде, ритм часов оставался постоянным, линейка казалась такой же с обеих сторон. Это потому, что и я двигался с комнатой. Но вы, как недвижимый наблюдатель, заметили перемены. Конечно, видимые эффекты, замеченные вами, были достигнуты здесь при помощи панорамной линзы, линзы переменного соотношения. Но этот эффект был бы точно таким, как если бы комната двигалась 90% скоростью света. Это так называемые относительные эффекты. Они основаны на математических формулах, таких же обычных в рабочем дне атомного физика, как и 2×2=4 вообще у нас. Кажущиеся фантастичными на вид, эти формулы дают вот что. О чем мы с вами будем рассуждать сейчас, может быть самым важным во всей жизни вашей. Слушайте внимательно. Прежде всего, припомните все дикие фантастические факты, о которых говорили, и подумайте немного о природе Бога. Для сотворения и поддержки Вселенной Богу нужно быть всемогущим, всевидящим и вездесущим. То есть, ему нужно быть всесильным, всезнающим, и он должен присутствовать повсюду одновременно. Понимаете, что это значит? Если время и пространство нераздельно связаны, тогда Бог, который не ограничен пространством, не ограничен и временем. Если для него каждая точка пространства здесь, тогда каждый момент сейчас. И это имеет громадное личное значение для вас и меня. По легко понятным причинам человеку приятно думать, что прошлое его ушло, умерло. Но это далеко от истины. Даже с человеческой точки зрения, прошлое продолжает жить и теперь. Вы бы хотели заглянуть почти на миллион лет в прошлое и увидеть его как настоящее, как сейчас? Вы можете. Вечером поезжайте за город, подальше от огней его. В ясную ночь при хорошем зрении вы сможете увидеть в созвездии Андромеды туманный предмет, так называемый туманность Андромеды. В действительности другую Вселенную, каких-нибудь 820 тысяч световых лет от нас. Пока смотрите, помните, что свет, достигающий ваших глаз сейчас, оставил эту отдаленную Вселенную более чем 3/4 миллиона лет тому назад и двигался, как стонущий дух смерти в пространстве с тех пор. Вы глядите на 820 тысяч лет в прошлое и видите его, как сейчас. Но не нужно идти далеко так в пространство, чтобы встретиться с тем же принципом. Каждый день, глядя на солнце, вы заглядываете на 8/4 минут в прошлое. Ведь солнце удалено на 8/4 световых минут от Земли. Ночью, когда вы смотрите на Антарес, вы смотрите на 250 лет назад так, как будто это есть сейчас. Время от времени газеты сообщают об открытии новой или сверхновой звезды, которая вспыхивает, как гигантская водородная бомба.
Мы видим это явление в телескоп. И говорим, событие случилось сейчас. Но каждый астроном знает, что видимое нами теперь могло случиться сотни или тысячи лет тому назад. Но знаете, возможно и обратное. Будучи теперь на звезде Ригель, вы бы видели Жанну д'Арк, собирающую народ Франции. С Бетельгруза видели бы восстание Степана Разина. А с Конопуса видели бы Достоевского, пишущего свой роман «Преступление и наказание». Но вот нечто не даст вам спать ночью. Будучи на звезде Сириус, вы увидели, чем вы занимались 9 лет назад, и вы еще заняты этим. Понимаете, что это значит? Это значит, что все, что вы делали в жизни, вы все еще делаете. Каждый совершенный вами грех, все нехорошее и злое, соделанное вами, вы все еще делаете и будете делать во веки веков, если не будет одного. Божьего прощения. Что такое прощение? Говорит ли Бог, мне жаль, тебе жаль, ну и ладно. О, нет. Когда Бог прощает грех, Он уничтожает его. Только всемогущий вечный Бог, контролирующий все факторы времени, пространства и материи, может стереть грех. И именно это обещает Он сделать. Он сказал, я удалю беззаконие ваше так далеко, как восток от запада. А это беспредельно. Он говорит, я изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. В свете того, что мы рассматривали совместно, есть только одна абсолютная необходимость жизни. И я не имею в виду автомобиль. Вы скажете, автомобиль необходим, без него я не могу попасть на работу. А вам нужно работать. Скажете, кто не работает, тот не ест. Вам нужно есть? Скажете, если я не буду есть, я умру, а это плохо? Да, пожалуй, если вы станете перед святым праведным Богом с непрощенным грехом. Есть только одна абсолютная нужда в жизни, это нужда в прощении. И Бог предлагает его каждому даром. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная через Иисуса Христа, Господа нашего. В этот момент, взвешивая свое решение, вы стоите на перекрестке времени и вечности. Почему бы вам не поверить всемогущему Богу на слово? Ведь Он говорит о тем, которые приняли Его. Всем верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими во имя Его.